Дорогие друзья, хотел бы представить вашему вниманию видео с моими воспоминаниями об одном из самых замечательных периодов в моей жизни за 10 лет, с 1961 по 1971 годы, когда я учился в Воронежской школе-интернат музыкального воспитания и действовавшем на ее базе музыкально-педагогическом училище. Идея подготовить такое видео пришла ко мне не сразу. В принципе, желание как-то зафиксировать свои впечатления об этом периоде у меня было давно, но все было как-то недосуг. Толчком к реализации такого желания стало приближавшееся празднование 60-летия школы, от которой поступила просьба направить коротенькое видео поздравление. Поскольку раньше мне самому работать на компьютере с видео не доводилось, пришлось на ходу осваивать новую для меня программу «Видеоредактор». Готовя свое видео поздравление, увлекся как-то незаметно, поднял свой школьный фотоархив, в котором собрано более 3000 фотографий, нахлынули различные воспоминания, какие-то детали прошлого. Почувствовал, что именно сейчас настал тот самый подходящий момент для того, чтобы к юбилею школы 10 октября текущего 2021 года подготовить большое видео с воспоминаниями. Ведь, как говорят, дорого яичко Христову дню. Ведь вполне естественно, что в связи с юбилеем можно рассчитывать на определенный всплеск общественного интереса к школе, к ее истории. В том числе и со стороны ее выпускников, для которых мои воспоминания могут оказаться и весьма своевременными, и, как мне бы хотелось, интересными. Вначале я думал о том, что на видео я запишу только свой устный рассказ в виде монолога, но в дальнейшем понял, что для зрителей это будет несколько скучновато, и решил оживить монолог, вставив в видео большое число архивных фотографий, которые иллюстрируют соответствующие фрагменты моего повествования. Я полагал, что это придаст наглядность моим воспоминаниям и сделает их более интересными. В итоге получился довольно солидный по объему видеоматериал. В нем использовано более 230 фотографий и один небольшой кусочек архивного видео. Для удобства просмотра я разбил воспоминания на 7 отдельных частей. Каждая из них имеет свое название. В частности, предисловие, мой главный учитель и воспитатель, одноклассники и друзья, учителя общеобразовательных предметов, учителя музыкальных предметов, о техническом персонале и последняя, заключительная часть, эпилог, в котором я рассказываю о первом директоре школы и подвожу некоторые итоги. Помимо моего школьного архива, я также использовал фотографии из личного архива, к сожалению, рано ушедшего из жизни, нашего преподавателя Владимира Витальевича Дворцова. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить его супругу, Наташу Семенову Дворцову, нашу бывшую выпускницу, которая любезно предоставила мне фотографии из его архива. Оба архива выложены в интернете, соответственно, мой на Яндекс.Диске, а архив Владимира Витальевича Дворцова ВКонтакте. Желающие могут с ними лично ознакомиться. Хотел бы особо отметить, что в моем архиве выставлен также каталог, содержащий даты и описание событий, отраженных в фотографиях, а также имена и фамилии их участников. Используя простейшую систему поиска в программе Word, любой желающий найти фотографии с интересующими участниками может сделать это, используя этот каталог без особых затруднений. Хотел бы также заранее извиниться за качество фотографий. Для их оцифровки я использовал любительскую технику, поэтому не всегда удавалось обеспечить нужную четкость и чистоту изображения.
Если у кого-то появится желание получить нужную фотографию с более высоким качеством, я рекомендую обращаться в школу к Елене Васильевне Фабричных, которой оригиналы пленок моего фотоархива переданы на хранение. Вы можете всегда позаимствовать оригинал и на его основе изготовить цифровую копию с нужным форматом и четкостью изображения. Все желающие могут ознакомиться с обоими фотоархивами в интернете по ссылкам, которые вы сейчас видите на экране. С вопросами, замечаниями, предложениями, комментариями и просьбами можно обращаться непосредственно ко мне. Адрес моей электронной почты тоже перед вами на экране. voronezhnabokov@yandex.ru. Я не исключаю того, что в дальнейшем для тех, кто вместо видео предпочитает книжный вариант, я смогу подготовить и разместить в интернете также мои воспоминания в формате электронной книги. Но в любом случае это уже, скорее всего, получится после нынешнего юбилея нашей школы. Итак, завершая вступительную часть, хочу пожелать всем приятного просмотра и, пользуясь случаем, поздравить с приближающимся 60-летием нашей школы. Выразить надежду, что, несмотря на коронавирус, осложнивший празднование этой знаменательной юбилейной даты, мы все же отметим ее, как подобает, новыми успехами. Будем стараться не болеть и сохранять наше здоровье, помогая юбиляру, то есть нашей родной школе, продолжать жить и активно работать в течение еще многих-многих лет.